У нас 7 машин, это для службы ГИБДД, поступили через Рособоронзаказ. Вот, согласно приказа 919 от 2013 года, мы получили по программе сельские участковые в прошлом году 40 единиц автотранспорта, и в этом году получили 31 машину, которые вот сегодня мы распределили по территории нашей республики. Вот. И вот КАМАЗ, который стоит, это непосредственно приобретен за республиканские деньги по программе борьбе с преступностью и профилактике правонарушений на 2012-2017 годы, также по программе «Безопасность дорожного движения в республике». Данный транспорт, он уже у нас распределен. То, что у нас получено по министерской программе «Сельские участковые», машины все распределены по районам и тоже и по МУ Якутска. Распределяли по принципу там, где транспортные средства у нас уже подходят под списание, где не хватает машин. И вот в первую очередь мы эти машины распределили в те районы. Большая честь для нас, потому что в нашем районе очень отдаленно, у нас машин нету, транспортных средств для участковых. Всегда у нас вот вопрос возникал насчет транспортных средств. Конечно, очень мы благодарны министру насчет вот выдачи таких автомашин.